Ребята, всем привет! Вы на канале Мультяшки-развивашки. Сегодня, ребята, мы продолжаем вместе с вами играть в игру «Зомби-цунами». Ну что, ребята, давайте посмотрим, какие приключения ждут нас сегодня. А мы, ребята, собираем жидкость «Ураган мохнатого Раука». Вот это да, вот это название! Ну что, ребята, давайте продолжать играть. Посмотрим, ребята, что нам удастся открыть сегодня новенького. Итак, а у нас наши зомбики уже, ребята, пожирают людишек. И посмотрите, какой у нас прикольный зомбик, ребята. Он у нас в парике Элвиса. Очень прикольно. Кстати, ребята, а вы играете в эту игру? Если да, ставьте лайк, посмотрим, сколько нас таких игроков. А мы отлично переворачиваем автомобильчики и увеличиваем своих зомбиков. Интересно, какое сегодня удастся нам количество набрать больше всего зомбиков. Посмотрим, посмотрим. Ребята, а сколько вам удавалось собрать самое больше зомбиков? Пишите нам в комментариях. Отлично! А мы взяли автобус. Вот это круто! Так, мы, ребята, в Мексике. Кстати, очень прикольный и красивый эпизод. А еще, ребята, у нас есть новый эпизод. Сейчас посмотрите, какой. Отлично, у нас гигант, ребята, и он у нас обновлен. Мы теперь стреляем тремя лазерами. Посмотрите, как клево. Вот это да, это дает нам возможность, ребята, уничтожать больше предметов на своем пути. Огромный-огромный гигант-зомби. Кстати, ребята, мой самый любимый бонус в этой игре. Отлично, парашютисты. Это круто. Кстати, ребята, а какой у вас самый любимый бонус в этой игре? Напишите мне в комментариях. И еще, ребята, а ну скажите-ка мне, вы уже подписались на наш канал? Если еще нет, то обязательно подписывайтесь. На нашем канале вы найдете много интересных для себя видео. Так, а у нас, ребята, следующий эпизод тоже очень красивый, очень прикольный. И у меня, ребята, 9 зомбиков. Вот, отлично, мы, ребята, выполнили одно задание. Мы запрыгнули на крышу автобуса. Неплохо, неплохо. И, ребята, сегодня мы еще попробуем немножечко прокачать нашу игру. Может быть, нам удастся открыть еще что-нибудь новенькое. Итак, ребята, а мы берем жидкость. Ой, совсем не хватило немножечко. Давайте-ка сходим в магазинчик, ребята. И, наверное, пропустим мы пару задач, чтобы быстрее открыть что-то новенькое. Пропускаем задачи. Есть, отлично. И что еще здесь, ребята? И возвращаемся тогда. А, давайте посмотрим, ребята, может быть, мы можем купить что-нибудь новое. Эх, закрыто. Это кеппи. Прикольная, кстати, кепка, ребята. Поскорее бы ее открыть и посмотреть на наших зомбиков, как они будут в ней смотреться. А мы, ребята, играем дальше. Берем наши бонусы, берем побольше. Вот, огромное теперь количество у нас зомбиков. Переворачиваем автомобильчик, отлично. Не забываем собирать монетки, ребята. Они нам не помешают. И еще один автомобиль. Вот это да. Ого, ребята, посмотрите, у нас 3 Элвиса. Круто. Так, кушаем, кушаем людишек, кормим наших зомбиков. Так, а где же наш новый эпизод? Что-то я его не вижу, ребята. Когда же он будет? Кстати, очень-очень клевый. И сейчас, наверное, он будет. Сейчас-сейчас посмотрим. Нет, ребята, сейчас будет Рашмор. Ну, где же наши Гималаи? Уже очень хочется на них посмотреть. Но я знаю точно, что они точно будут, ребята. Так что досмотрите серию до конца. Ребята, а вы знаете, какой будет следующий эпизод в этой игре? Я еще не знаю, но мне очень-очень интересно открыть новый следующий эпизод. Вау, а у нас какое-то новое цунами. Так, давайте посмотрим, ребята, что сейчас будет. Ого, оно движется с очень огромной скоростью, ребята. Я уже совсем не успеваю следить за своими зомбиками. И, кстати, мы уже насобирали очень много разных зомбиков, ребята. У нас есть зомбик в
кепке зомби, в прикольном парике есть зомби-девчонка, есть зомби в тыкве, очень-очень много разных зомбиков, у нас 20 зомбиков, ой, начинаем терять, так, автобус, отлично, 20, 19, 18, так, теряем мы все-таки зомбиков, очень жаль, но ничего, я думаю, что нам все-таки удастся, ребята, собрать большое количество зомбиков. Ребята, а вы уже подписались на наш канал? Если еще нет, то обязательно подписывайтесь. На нашем канале вы найдете много интересных для себя видео. А мы, ребята, взяли бонус ниндзя. Ниндзя супер, кстати, ребята, это необычные зомби. И интересно, ребята, если прокачать игру, может быть, наши ниндзя может что-то еще интереснее? Но посмотрим в следующей серии, ребята, попробуем побольше прокачать игру и открыть побольше всего новенького. Кстати, вы видели, ребята, как круто разрезают наши ниндзя бомбы? Очень прикольно. Ой, осталось совсем-совсем мало. 5 зомбиков, 4, 3, 2... О, нет! Интересно, выживут мои 2 зомбика или нет? Так, сейчас посмотрим. Теряю. Очень, ребята, сложные участки дороги, как вы видите. Но мои 2 зомбика, по-моему, выжили в этих опасностях. Вот они, Гималаи. Посмотрите, какие они классные, ребята. Ой, пошел, по-моему, снежок. Ух ты! Отлично, у нас снова цунами. Так, огромная волна. Мы подбираем все на своем пути и рушим. Так, ребята, ух ты, у нас появились еще новые зомбики. Зомби какой-то рэпер есть, ребята. В шляпе и в наушниках. Так, и у нас их 15. Итак, снова, ребята, очень жаль, начинаем терять наших зомбиков, к сожалению. И снова остались 2, 1. О, нет, интересно, он выживет или нет, посмотрите. Так, последний мой зомбик. Уже 2, отлично. И полиция. Снова один зомбик. И все, ребята, подорвался он на бомбе. Итак, берем, ребята, жидкость и заполняем наш сосуд. Есть, отлично. Этот сосуд заполнен, и мы разблокировали новую версию. Зомби плюс 1, это что это значит, ребята, не знаю. Так, посмотрим. Ой, ребята, а следующая у нас вот эта кепка, ту, которую я хотела. Так, давайте ее поскорее попробуем открыть. О, у нас полная таблица мозгов. Стираем лотерейный билетик. Есть. Отлично. Так, и давайте, ребята, вернемся в задачи, наверное. Магазин, ребята. Пропустим наши задачи и немножечко прокачаем нашу игру для того, чтобы открыть новую кепку. Так, возвращаемся назад. Сейчас, ребята, мы сыграем буквально несколько секунд. И немножечко прокачаем нашу игру. Так, давай, пробежимся совсем чуть-чуть сейчас. Так, прыжок. Возьмем пару людишек. И сейчас где-то нам нужно, ребята, стратить. Для того, чтобы заполнить сосуд нашу жидкость. Так, давайте мы здесь упадем. Есть, отлично. Все у нас пока идет по плану. И сейчас заполняем этот сосуд. Так, отлично. Фу, ребята, посмотрите, какое жуткое название. Гнойное жаркое. Ой, совсем не хватило чуть-чуть. Так, ребята, идем в магазин. Пропустим еще пару задачек. Так, возвращаемся к нашим зомбикам. И сейчас, ребята, даже не будем брать бонусов. Попробуем сразу мы стратить. Так, есть, отлично. И все, возвращаемся к нашему сосуду. Его заполняем, ребята, и посмотрим, удастся ли нам разблокировать вот эту прикольную кепку.
Отлично! Полный сосуд жидкости. Да, мы разблокировали шляпу. Круто! Фух, ребята, ну получилось то, что я хотела на сегодня. Отлично! Давайте посмотрим на наших зомбиков в шляпе. Какие они прикольные. Сейчас мы ее купим, ребята, специально для лысых зомби. Кепи специально для лысых зомби. Ха, прикольно. Так, есть вот наши зомбики, ребята. Смотрите, они в кепках в этих, прикольные. Ну что, ребята, на этом сегодня мы заканчиваем. Пишите нам свои комментарии, ставьте лайки. И, конечно же, не забывайте подписаться на наш канал. Мы всегда рады новым друзьям. Всем пока-пока!